Самый массовый повод подать декларацию – это сдача своего жилья в аренду. Второй случай – продажа имущества, которым владели меньше определенного времени, если квартира, то менее 5 лет, если авто – менее 3. Замначальника отдела по работе с налогоплательщиками Елена Ильина напоминает еще об одной ситуации, когда надо идти в налоговую. Если вы получили в дар имущество от неблизкого родственника, тоже есть такая обязанность. Обязательно. То есть близкие родственники – это бабушки, дедушки, внуки, родители, дети, братья, сестры и супруги. Все остальные не являются близкими родственниками, поэтому обязанности по подаче декларации есть. Более 90% плательщиков сейчас заполняют декларации цифровым способом. Тем, кто в нынешнем году это будет делать впервые, специалисты советуют также попробовать самостоятельно разобраться со сдачей декларации в интернете. Очень удобная программа на сайте налог.ру. Есть отдельная программа. Есть можно там же распечатать бланки, либо заполнить вручную, либо в личном кабинете налогоплательщика. Там тоже очень удобный интерфейс, и там достаточно просто ее заполнить. Если с интернетом вы на «вы», то можно просто прийти в инспекцию. Вас обязательно проконсультируют. Любопытная примета времени. В налоговую все чаще стали приходить люди пожилого возраста, чтобы самостоятельно, досконально изучить вопрос, какие налоги придется заплатить их наследникам. Декларацию надо представить до 30 апреля включительно, заплатить налог до 15 июля. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».